А почему так случилось, что город не подал заявку на финансовое обеспечение строительства контейнерных площадок? Почему? Мы ее в прошлом году подавали, и в этом году она готовится в управление городским хозяйством. Справьтесь, Павел Щербина за это отвечает. Он завтра, на связи. Завтра? Да, конечно, конечно. Мы в пятницу получили письмо, новое постановление, новый порядок. И УГХ обсчитывает это все, и я думаю, сегодня они подадут заявку, даже не переживайте.